Приветствую вас. Автор вопроса описывает довольно неприятную ситуацию, которая с ней произошла. Она постаралась одеться по погоде. Вот. И, значит, соответственно, наделась по погоде, вот. И ей, значит, прохожий, ну, довольно грубо охарактеризовал то, как она одета, то, как она оделась, вот. Автор вопроса пишет о том, что ей неприятно. Вот, автор вопроса пишет, ну, спрашивает, точнее, вот, забудется ли это? Вот, потому что теперь она, ну, боится, теперь она боится выходить. Ну, в соответствующей одежде, да, она боится выходить теперь, потому что она боится, что ее так будут называть. Значит, смотрите. Я думаю, что подобная ситуация у вас возникла не просто так. То, что вас это задело, это говорит о чувстве стыда. У вас получается, наличествует чувство стыда, чувство такого вот непринятия себя. Вот, вы как-то научаетесь с этим жить, когда не сталкиваетесь с, ну, вызовом каким-то, да? Вот, то есть у вас получается с этим жить, когда вы не сталкиваетесь с, ну, как-то вот, значит, ну, с этой ситуацией. Вот, вы как-то живете с этой ситуацией, но стоит вот задеть вас, вот эту вот струнку, и тут же этот конфликт выходит наружу. Вот, поэтому чувство собственного вот, непринятия себя вам необходимо обязательно разобрать, рассмотреть, что вы в себе не принимаете, вот, как давно это, значит, ну, происходит, да, то, что вы то, что вы себя не можете принять, то, что себя не принимаете. Ну, вот, как давно это у вас, как давно вы это, ну, чувствуете, ощущаете, да? Вот, потому что это довольно такой важный аспект. Ну, получается. Вот. А по поводу того, что вам сказали, то люди говорят то, что их волнует самих. То есть у вас есть вот, очевидно, некоторые трудности с личными границами. Как мне кажется, у вас есть такие трудности. Вот. Потому что вы, получается, не отделяете себя от... ну, от других людей. То есть, ну вот, говорит человек что-то, да, вам. Вот он
решил что-то, ну, что-то озвучить, да, человек. И вы сразу как-то вот принимаете это за чистую монету. То, что он говорит. Вот. При этом, не отдавая себе отчет в том, что это он подумал, это он предпочел выбрать для себя вот такой вариант. Ну или не выбирал, да, но все равно его что-то это волнует. То есть это его проблема, а не ваша. А почему я, значит, собственно, ну, так говорю, да, почему я так говорю? Довольно простой ответ, почему я так говорю, потому что если бы я увидел, ну, то, что вы описываете, да, то я бы не подумал ничего такого. То есть, вот, у меня была бы реакция другая. То есть, может быть, я подумал бы что-то о том, что, ну, допустим, там, не знаю, красивый человек, да, то есть, ну, красивый, классный, вот, там, здорово выглядит, да, и так далее. То есть, я вот мог бы, наверное, ну, вот, что-то такое подумать. Но, как бы, говорить что-то, да, вот, говорить что-то, как-то, ну, высказывать, да, свое, ну, отношение, скажем так, вот, ну, на мой взгляд, это, ну, в первую очередь, вот, что-то такое, вот, я бы сказал, бескультурно. То есть я бы вот, я бы так, наверное, это бы охарактеризовал, как бескультурно. Чтоб. А вы соответственно, не смогли это увидеть вот в таком, ну, в таком ключе, да, вот в таком контексте, вот, вы это увидели немножечко в другом контексте. Вот, то есть вы это приняли на свой счет. То есть вот личные границы между вами и другими людьми очень важно выстраивать. Где я, где ты, где то, что ты думаешь и так далее. Вот. А другой момент. Другая сторона ситуация заключается в том, что когда вы одевались, да, когда вы одевались, вы, видимо, ну, знаете как, вот, пропустили немножечко вот этот момент, да, значит, ну, чего я хотела. То есть, ну, пропустили момент того, для чего я это делал. То есть, вот, вы, ну, вроде как, говорите, значит, что, ну, было тепло, да, лето как-то. И вы оделись. То есть вы сами себе не, ну, не озвучили, что вы оделись так, потому что жарко и
Потому что вы не хотели испытывать дискомфорт в связи с повышенной температурой, например. Да, да. Как бы. Вот. То есть мы себе этого не озвучили. Ну, что еще? Что еще можно сказать, да? Это то, что если вас вот как-то, ну, волнует, если вас волнует то, что, то, что могут подумать о вас, значит, вот, другие люди, да, если вас это вот волнует, то есть о вас могут подумать, другие. То это, конечно, вот такая, знаете, проблема самооценки. Вот. То есть у вас есть вот проблема самооценки. Это корректируется. То есть это не сложно скорректировать. Вот, но этим необходимо заниматься. Вот. То есть что такое самооценка, да, вот, ну, вот в этом смысле, что это такое. Это вот как раз-таки, ну, такое, знаете, вот своего рода непринятие себя, да, как бы. То есть вот вы себя не принимаете. Полностью. Вы не принимаете вот то, что то, какая вы себя не принимаете. Вот. Вы чего-то боитесь и так далее. Вот. А по факту, ну, по факту вы, я уверен, просто привлекательная девушка и все. Вот. Столкнувшись в данном конкретном случае с стереотипами, вот, которые, ну, наложились на некоторые, ну, ваши собственные, я бы сказал, ну, на некоторые собственные ваши страхи, вот, на некоторые собственные ваши, ну, конфликты, вот, на некоторые собственные ваши, ну, переживания, вот, и, ну, не умеющая с ними, так скажем, ну, обращаться, да, то справляться, то вот было бы неправильно, да, сказать. Именно вот, ну, именно вот справляться было бы неправильно. Вот, не умеющая просто с ними обращаться. Вот. Ну, а я думаю, что задача психологов заключается в том, чтобы помочь вам научиться с этим обращаться адекватно. Вот, чтобы вас это не тревожило так сильно. Вот. По поводу того, забудется ли это. Да, действительно. Ну, это может забыться, это правда, вот, действительно, может забыться. Но проблема все равно останется. Вот. То есть, ну, вот именно, именно проблематика, да, она останется. Вот, поэтому, ну, просто под, ну, под новыми
впечатлениями. Значит, оно как-то вот под новыми впечатлениями краски поблекнут вот. Под новыми впечатлениями именно вот. Но проблема именно вот именно проблема останется, и нас это будет ну как минимум беспокоить и дальше, кроме того вот, ну вы уже описываете эту историю, вы уже описываете эту ситуацию, когда вы пишете, что боитесь теперь. И я думаю, что вот, скорее всего, мы говорим здесь о травме, ну, то есть вас это травмировало, так или иначе. Ну вот, а травму необходимо прожить. Вот, вероятно, у вас с тем, как вот вас обозвали, да, вероятно, у вас есть, ну, был какой-то опыт, ну, вот, такой негативный опыт у вас был, вот, и вы, ну, как бы, значит, с этим опытом вы сталкиваетесь теперь. И понятно, что это больно. Вот. Понятно, что это вот, ну, нелегко, понятно, что это тяжело, понятно, что, ну, вам непросто. То есть это, ну, понятно. Это понятно. Вот. Значит, другой вопрос заключается в том, что вы, ну, хотите как бы с этим делать, да? Ну, будете ждать, когда это как-то просто, ну, само собой пройдет. Вот. Ну, можно ждать очень долго. Вот. Зачем, когда можно обратиться к психологу и так далее и решить этот вопрос. Вот. Тут еще есть такой момент. Довольно важный момент, он заключается в том, что вот вы сказали, что ничего не ответили человеку, да? А вот что вас, ну, остановило? То есть это был, ну, какой-то, это был какой-то страх, вот. То есть, ну, вас вот, страх остановил, или что-то другое вас остановило? То есть, вот, что вас остановило? Что остановило от того, чтобы вот, ну, сказать человеку что-то? Ну, например, не знаю, что вам неприятно, допустим. Или что... Что вы чувствуете себя, там, не знаю, привлекательным или вот что-то такое, что помешало.
Вот это очень важно, это очень здорово, могло бы помочь вам в исследовании себя. Это очень здорово могло бы помочь вам увидеть, что вот, как вы на подобные вещи, как вы реагируете на подобные вещи. Вполне возможно, что стыдитесь вы как раз таки своей привлекательности, пытаясь ее скрыть, вот. Имея какой-то опыт негативный, может быть, еще что-то, то есть тут, ну, не так важно в данном случае, о чем идет речь, но важно, чтобы вы сами это заметили, вот. И начали это как-то вот, ну, условно говоря, реализовывать. Вот. Я думаю, так. Такой ответ можно вам дать. А на этом все. Надеюсь, что было полезно и интересно. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Вам она пригодится.